как сказано в хадисе Рабиа, который был маленький сподвижник, любил очень сильно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и всегда ждал, дожидался его, когда он выходил, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и что-то, чем ты ему помогал, поливал ему воду на руки, когда он брал омовение. И постоянно так. Потом посланник Аллаха уходил к себе спать, он оставался на улице, ждал. Ждал, пока придет посланник Аллаха, опять выйдет. Может быть, под солнцем засыпал. Маленький юноша. И вышел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Он опять его встречал, опять ему лил на руки воду, помогал ему брать омовение. И тогда удивился его гылку, его ахлаку, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал: «Сальни, я Рабиа, проси у меня, Рабиа. Что хочешь, проси, я тебе дам». Опять же, уважаемые братья и сестры, юноша что может попросить? Посланник Аллаха: «Дай мне свою накидку, дай мне халявия, дай мне что-то сладкое, да?» Посмотрите, этот юноша сказал, подумал, он что сказал? «Нахильни, дай мне подумать». И потом, когда подумал, сказал: «Я Расулалла, удуули, лики акуна рафика кафильджанна». «О, посланник Аллаха, попроси за меня, чтобы я был твоим соседом в раю». Посланник Аллаха удивился и сказал: «Ва гайраха, а помимо этого, что хочешь?» «Ла уриду илля хази». Говорит: «Я не хочу ничего, кроме этого. Как я любил, посланник Аллаха, с тобой вместе здесь, в этой дунье находиться, ждал тебя, поливал тебе воду. Я также хочу быть с тобой в раю». На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Я попрошу, но ты тоже помоги мне в этом вопросе. А'инни аля нафсика бикатрати суджуд». «Помоги мне», говорит, саллаллаху алейхи ва саллям, «в этом вопросе через то, чтобы ты много делал сажды». То есть много поклоняйся, много делай взаимного поклона, и будешь со мной вместе в раю, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям.